Итак, еще один заход в магазин заодно. Магазин фиксированных цен. У нас его в Оренбурге, к сожалению, нету. Но там тоже что-то есть даже выгоднее, чем в фикс-прайсе. Что-то дороже. Ну, в общем, по-разному. Взяла Лисман. Так, это у меня с лимоном. Оказывается, по воскресеньям там скидка аж 30%. Почему я вообще туда зашла? Мне нужно было взять две тарелки, которые я брала и показывала вам в прошлых видео. Это вот такая вот тарелочка суповая. Сейчас они тоже идут по акциям. Так, даже сейчас вам скажу ее стоимость. Так, чай Лисма у меня 23,20 с учетом скидки. Так, тарелка 41 рубль. И еще одна тарелка 27,20 мне обошлась. Тоже ее брала, вот чтобы у меня была парочка. Такая и такая, то есть мне и Коле. Так, дальше, что я еще нашла? Вот такое хорошее предложение. Гелевые ручки, набор 5 штук. 3 синих, 2 черных за, по-моему, 29 рублей. С учетом скидки 23 рубля 20 копеек. Повторюсь, что в воскресенье у них скидка 30%. И тоже с учетом скидки очень здорово получилась урна. Так, только что-то я ее здесь не вижу. Да, вот она, корзина. 31,20. Вот такая вот корзина. Ну, урна, корзина, да. Кто для чего ее использует. Кажется, вообще прям здорово. Наверное, еще в это воскресенье съезжу, что-нибудь куплю. Последнее воскресенье перед моим отъездом. Ну, в общем, здоровская. Сюда можно что-то, какие-то игрушки даже приспособить. Вот она. Ну, прошу прощения, что я так снимаю. Снимаю как могу. Ну вот преимущественно вот за вот этими тарелочками я ехала. Ну и колюньки там купила шоколад миньон. Я тоже вам показывала. На палочке там шоколад с печенкой идет. Ну, собственно, вот и все. Всем привет! Хочу вам показать, что я купила в магазине Fix Price. Опять забежала. Это у нас кокос со сливками. Когда мне хочется чего-то приторного, невероятно приторного, я беру вот такой кокосовый остров. Конечно, похож на Баунти, это очень-очень отдаленно, практически не схож. Все-таки здесь, как это сказать, больше химозности чувствуется, но прям для таких сладкоежек заядлых, я думаю, неплохие конфеты. Ну, конечно же, их только с чаем. Я в основном конфеты шоколадные без чая ем. Ну, вот эти вот только с ним. Потому что, ну, правда, невероятно сладкие. Купила вот такой вот контейнер. У меня, по-моему, зеленый такой дома. В общем, мне очень понравился цвет. Прям, я, знаете, я даже не знаю, как его описать. Что это за цвет-то такой? Он и не красный, и не коричневый, что-то вот такое вот средненькое с крышечкой. Сейчас он стоит 55 рублей. Ну, что-то складывать, возможно, косметику или просто какое-то хранение. Очень классный, удобный вариант. Купила вот такую вот сгущенку с сахаром. Да, это не сгущенное молоко. Там, где написано именно сгущенка, это значит, что это не сгущенное молоко. Это совершенно другой продукт. Но взяла я просто для пропитки коржей. То есть я в чистом виде не употребляю, просто для пропитки. Дешевый вариант и нормально. Колюньки вот такой вот крекер иногда беру, пиф-паф. Где-то рублей 6, наверное, он стоит. Он солененький, с сыром, в виде рыбок. Довольно вкусный. Так, взяла контейнеры. 4 штуки. 2 побольше и 2 самых маленьких. Мне кажется, они очень классные. У них крышки закручивающие, такие, знаете, винтовые. И мне кажется, что-то хранить или какие-то сыпучие продукты даже для заморозки использовать, какие-то остатки еды перекладывать. Очень классные штуки. И пластик такой, знаете, довольно-таки неплохой. Самое главное, что здесь стоит значок. То есть можно употреблять еду из этого контейнера. Так, взяла, еще раз повторила, вот такой вот стакан. Я его брала в прошлом видео, можете посмотреть. Очень мне понравился. Классный.
Так, ну и последнее, по-моему. Книжечки уже второй раз при походе вижу. Все как-то думаю, 50 рублей, книжечка тоненькая. Как-то меня жаба, откровенно говоря, душила. Ну, я узнала, проходил мимо мужчина, консультант или кто он. Он сказал, что эти книги стоят 25 рублей. Вот это произведение я еще не читала. Поэтому с удовольствием взяла, как оказывается, здесь несколько даже рассказов. Так, сейчас с вами посмотрим. Три рассказа. Ну, шрифт, не сказать, что прям очень маленький, нормально. Ну, вот и все. Так, да, еще журнал купили, «Веселые игры». Ну, это развивашка. Ну, вот, в общем, цены. Вот она, книга, 25 рублей. Продукт, контейнеры. Маленький, совсем дешевый, 10. А, да, и кофе. Ну, я, как всегда, половину забуду показать. Так, вот такой вот, такая вот развивашка. Это мы купили в подарок, это не нам. Как раз мальчик повзрослее, Коленький, ему это будет, я думаю, более понятно. Так, и кофе. Ой, давненько я не пила кофе, и вот решила такой взять. Единственное, что, вы знаете, на большой объем его лучше не разводить. Такой пакетик я наполовину, ну, наполовину вот такой вот кружки развожу, и как раз чувствуется и сахар, и вкус кофе. А так, если на большой объем, то будет невкусная водичка. Нормальный кофе, 50 рублей, побаловать себя можно. Ну вот и все покупки. Опять зашли в фикс прайс, буду вам по мере покупок показывать, потому что покупаем мы немного, по мере необходимости. Опять повторила кофе, того, тех 10 пакетиков хватило буквально дня на 4. Ну, в принципе, это нормально, по 2 пакетика в день. Повторила чай «Славный» в прошлый раз, и в первый брала зеленый чай. Вы знаете, мне понравилось, и вот 20 фильтров пакетика у меня довольно быстро ушли. В этот раз решила взять с бергамотом. Если понравится, буду, в общем-то, брать, потому что цена его 12 с копейками, потом вам чуть позже покажу. Так, у кого-то видела, я не помню, рассказывали про вот эту арахисовую смесь с фруктами, хвалили, прям показывали, мне очень понравилось. Объем здесь 300 грамм, в принципе, неплохой состав, но открывать пока не буду, это мы будем с собой брать. Калюньки, как всегда, топтышку мы всегда берем. Себе взяла краску для бровей и ресниц, никогда не красила брови, хочу попробовать, но вот я не знаю, цвет коричневый только был. Так, и сейчас покажу вам чек. Арахисовая смесь 55, чай черный с бергамотом, это 12,50. Кофе 50 рублей. В общем. Вот. И есть у нас еще магазин такой, называется «Смоленская красавица». И там, в общем, в пятницу и выходные дни 20% скидка на декоративку и 15% на... Ну, в общем, на скидки я не попала. Я взяла по распродажке вот такую вот жвачку «Лавиз». Сейчас вам покажу цены. Так... Лавиз 29,50. И себе взяла в первый раз. Беру вот такой вот Лак Эссенс. Вот, по распродаже он 49 рублей. Такой приятный оттенок, такой необычный прям, но очень красивый.